Прием, Андрей старший! Прием, мы, кажется, падаем! Прием. Падаем! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой, что-то трясет! Так, тихо-тихо, Андрей старший, так, пристегивайся хорошенько, ты готов? Готов! Ёлки-палки! Да. Андрей старший, ты где? Да я вот сзади тебя тут, смотри. О! Капец, я прыгаю! Подожди-ка, где это мы оказались с тобой? Подожди, неужели мы реально в космосе? Так, хорошо, и я, кажется, узнаю эту карту. Это получается астероид, а вот там вот космический корабль. О, так там еще и летающая тарелка есть. Надеюсь, там нет инопланетян. Так, Андрей Саш, ты живой, да? Нормально? Ничего себе не сломал? Уже нормально, чуть-чуть костюм порвался, а так нормально все. Фух, ты посмотри, что от нашего космического корабля осталось. Так вижу. Капец, нафиг. Ну, слушай, как мы потом доберемся обратно-то теперь? Фух, ну, кстати, самый главный вопрос. Ну, как я понимаю, это наша новая карта, судя по всему. И вот тут очень прикольно. Смотри, тут даже... Подойди-ка сюда, я тут сзади. Смотри, тут какие-то инопланетные кристаллы. О, да. Так, слушай, ладно. Ну, я тебя поздравляю. Скорее всего, это получается новая карта. Ну, видимо, да. А раз это новая карта, то... На! Ща, подожди, не бегай, не бегай. На! Ну все, слушай, погнали тогда стреляться. О, тут же раунд заканчивается, елки-палки, мы не успеем. Ну все, время вышло. Так, оп, вот сюда. Фух, ну слушайте, мне нравится то, что здесь гравитация, можно высоко прыгать, и вообще так еще веселее только стреляться на самом-то деле. Так, хорошо, вот сюда, и так. Где тут у нас Андрей старший? Чё-то я его пока не вижу, но ничего. Если я его найду, то я его сразу же подстрелю. Кстати, тут же по логике должны быть планеты, как в оригинале, но я тут вижу только Луну вдалеке. А вот где Земля, я вот понять не могу. Вот там вот, кстати, Солнце. Только оно прям подпекает тут на самом-то деле так. Неплохо. Так. Слушай, вообще, ты нормально привыкаешь к атмосфере, так сказать? Слушай, это... нормально все, мне докажи... нравится. Слушай, докажи, в космосе реально солнце сильнее подпекает, чем на Земле. Даже летом. Да. Как-то это, ну есть такое. Так, ладно, Андрей Саш, ну-ка давай уже вылезай, ты где там? Не понял. Реально, Андрей Саш, ты где? А вот найди меня. Так, куда это он делся, ребят, вы его видите? Так, секунду. Так, сделай музычку потише, вот. И сейчас буду продолжать искать Андрея старшего. Куда он делся-то? Вообще, есть у меня одна идейка, куда он мог спрятаться. Так, ну надеюсь, ты же не спрыгнул куда-нибудь. Ага! На! Бах! Ес! Блин. Долетела моя гранатка. На! На! Что за такое-то, а? Так, тихо, ребятки. Сейчас мы вот сюда, смотрите, запрыгиваем. Так, и ищем его. Так, вот давайте вот сюда, вот так вот. И... На! Ребят, подловили его. Так, смотри. Как ты меня нашел-то? Да вот так, смотри, берешь и кокаешь. Ой, не понял. Ах ты, получил? Какашка, ну ничего, я так просто сдаваться-то не собираюсь. Слушай, космический корабль-то наш, капец, конечно, как разнесло. Вот, смотрите, куда кусок крыла отлетел, так сказать. Вот. Ладно, вот эта летающая тарелка, на самом деле, это очень интересная фигня. Я бы хотела, на самом деле, ее поисследовать бы. Слушай, это... Как ты думаешь, а можно эту летающую тарелку как-нибудь открыть, а? Ну-ка. Нам нужно ее как-то открыть и довести, чтобы потом обратно-то вернуться. Так, ну, кстати, реально. Хотя, так. Подожди, нас же тут с карты на карту телепортируют, так что я думаю, это не проблема, если что-нибудь свалить. На, все, есть, ребятки, мы это сделали. Слушай, а может сейчас в следующем раунде, потому что мы это, в этом уже не успеем, попробуем открыть эту летающую тарелку, а? Можно. Так, ладно, только уже раунд, да, заканчивается, и все, ребятки, время вышло. Блин, я такое местечко нашел хорошее. Все, ладно, ребятки, побежали в следующий раунд. Ну что, Андрей старший, давай-ка все-таки проверим-то эту летающую тарелку.
Давай. Так, я быстренько сейчас к ней подбегаю. Аккуратненько запрыгиваю. И ну-ка, что ж. Смотри, я сейчас достаю ножик и попробую вскрыть. Да ты что делаешь? А кто летающий в тарелку-то вскрывать будет? Ну ты совсем... Да ты бесишь! Я летающую тарелку вскрываю, что ты мне мешаешь-то? А я иначе не мог тебя убить. Так, достаю ножик и сейчас попробую как-то подцепить. Андрей Старший, беги сюда, да, попробуй своим ножом мне тоже помочь. Да блин, чуть не подевай. Вот это, передавай инопланетянам привет. Так, хорошо, сейчас попробуем открыть и... да ну-ка, ребят, не получается. Наверное, вы еще лайк просто не поставили. Ребят, поставьте, а то не открывается. Ну кто еще лайк не поставил? Вы что, издеваетесь? А кто подписку так забыл нажать? Ну признавайтесь, а. Еще и на колокольчик нажали. Ну блин, мы так точно не откроем. Вы что, не хотите увидеть инопланетян? В настоящих. Капец. Так, ну-ка, ну-ка. О, ребят, начинает ставить. Ну все, давайте. Ну ты, вот ты еще не поставил. И вот ты, кстати, тоже не поставила лайк. Так что давай, давай, да. И... ты еще что, реально инопланетянин? Андрей Старший, тут инопланетянин! Серьезно? Серьезно, беги сюда, смотри! Так, и кстати, он даже меня вроде не бьет. Так, слушай, он прикольненький. Мне он нравится. Агрессивный, нормально все. Да, слушай, он меня не бьет даже, все, смотри, рядом со мной тупо прыгает и все. Вот. Ну ты прям усипути, утипути какой, утипути. Так, ладно. В общем, что я хотел сказать-то? На тебе! На тебе! Ты инопланетянина убил! Ну все, теперь будет... ну все, иди сюда! Я тебе сейчас за инопланетянина, на! Ну все, разозлил ты меня. Ты зачем это сделал? Че он? Какое тебе плохое зло сделал? А он, я думал, что он бросается на тебя. Да ты совсем, он рядом со мной просто веселенький прыгал. Чтоб ты понимал, у меня сейчас в руках его плоть. Все, что осталось от него, ты понимаешь? Понимаю. Да блин, еще и раунд выключился. Вот тебе не стыдно? Вот посмотри, что осталось. Слушай, да я по тебе целился. Видишь вот это вот? Это главное, чтобы его... главное, чтобы его не спохватились. Подожди. А если за ним потом эти его прилетят? Родственники. В том-то и дело. Нужно его реанимировать. Так, 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 так. А что, как его реанимировать? Да он же инопланетянин, но другие органы, наверное. Аптечку. Это все, Андрей Старший. Вот, вот забирай, это твое. Все, вот у тебя все доказательства в руках, если что. Все, ничего не знаю. Следующий раунд начинаем. Так, ладно, короче, новый раунд начинается. Ну, блин, я тебя за инопланетянина еще долго не прощу. Ребят, вот если вы только сейчас лайк поставите, то, может, я Андрея Старшего прощу, если вы в комментариях, конечно, это напишите. Потому что, ну, вообще, давайте помянем вместе вот этого инопланетянина. Он такой добрый, хорошенький был, а ты его зачем-то убил, блин. Какашка такая. Ну все, капец тебе, я тебе сейчас отомщу за него. На! На! Вот так вот за инопланетянина, понял? Как ты попал-то? Так у меня же снайперка. Смотри, я его реанимировал, он здесь, короче. В смысле? Там, короче, аптечку. А чё он такой огромный? Так... о, он тебя бьет! Подожди, это, наверное, подмога пришла к нему. Они размножаются, фигачь их! Так, на! О, смотри, тут много мелких, на, фигачь, быстрее, ну, быстрее. Всё. Так, я заряжаюсь. Так, быстрее отходим и на! Межпланетная какая-то война началась. Капец, тут смотри, сколько вот этих вот кровяк их валяется. Смотри, целых 11 штук, прикинь. О, еще, кстати, смотри, тут еще один инопланетянин, смотри, прям передо мной. Вон их там много. Че ты мне по нему меня стрельнул-то? Так вон, смотри, инопланетянин, вон. На, инопланетянин, на! Я тут такого противного инопланетянина нашел, ты бы знал. На тебе, инопланетянин. На! Меня стреляешь? Ах ты! На! Так, тихо. Так. Бах! Да что ты будешь делать-то? Опа! Оп! Запрыгиваем. Так, хорошо, тут ты стекло какое-то поломал. Слушай, ну вообще инопланетянина жалко, да еще... подожди. А если... да что его жалеть-то? А если потом в будущем прилетят тут куча таких летающих тарелок и все начнут... ну ничего, будем биться с ними. Слушай, вот мне как-то это вот не нравится, слушай, на самом-то деле. На!
На, это тебе за инопланетянина, за то, что ты его за это подмогу прислал такую злую. Ты что делаешь? Ты чем меня сейчас убить пытался? Да блин. Что ты за человечек-то такой, а? Дай Мау, дай мне зарядиться-то. Я запутался в попках. В попках? Время вышло, наконец-то. Всё, время вышло. Чтоб ты понимал, у меня еще 11 сгустков этих слизи инопланетной. На, тоже забирай тебе это, все ты, если что, виноват. Да у меня много, зачем мне-то она нужна? Так это, если что, если они вдруг придут, они увидят, что у меня ничего нет, а у тебя это все, ну, и тебя заберут. Если они приедут, надо, получается, слизью эту измазаться, чтобы они приняли тебя за своего. Как в фильме «Чужой». Кстати. Ну, как вариантик, да. Ну, ладно, собственно, давай, ну, начинай уже следующий раунд. Финальный. Давай. Так, поиски Андрея Старшего активированы, как говорится. Так, давайте нажмем вот сюда, вот сюда. Опа! Оп! Опа! Оп! Ты меня нашел, что ли? Так как ты думаешь-то? Опа! Да блин, ладно, это тупо, естественно. Я сейчас тупо гранаты трачу. Ты можешь вообще не гранатами, а пулями стрелять-то? Без проблем. По-честному, как я. Понятно. Видишь, как я, по-честному? Понял. Вот, видишь, вот так, по-честному. Но у меня одно сердечко осталось, что ты там хотел? Так, ладно, возьму, пожалуй, пушечку, как у тебя, такую же. Ты стекло разнес, ты чё? Ну и что тут жалеть-то уже? Ну, хотя да, ты и так инопланетянин. Инопланетяне все равно нам не простят. Ну да, инопланетяне нас уже не простят, они все возьмут нас снова по ТД и все. Хуже уже не будет. Сколько я уже сейчас секунд за тобой хожу просто? Наверное, секунд 15. А я слышу, что сзади кто-то чавкает идет. В смысле чавкает? Ну ты чавкаешь постоянно. Чего? Да я шучу. Подожди-ка, ты можешь на секунду не стрелять? Я хочу проверить, летает ли тарелка. Хорошо. На тебе гранату так, на всякий. Так, сейчас. Спасибо. Слушай, а ты понимаешь инопланетянский? Да, я учил его в университете. Ну давай иди сюда тогда, читай. Слушай, я пару раз пробовал, что-то я падаю вниз. Как перепрыгнуть-то? Так ты подбеги и там на самом краю перепрыгни. Давай, ты справишься, давай. И как на пробел, да? Типа пробел и вперед. О, молодец! О. Так, все, стой. И вот сюда вот залезай внутрь, и там вот написано что-то, видишь? Там какие-то тексты, что это там. Так, значит, здесь, слушай. Чтобы включить двигатели, нужно заправить полный бак и включить красную кнопку пуск. А как мы бак заправим? Подожди. А бак показывает, что полный. В смысле? Ты типа мы полетать можем на ней? Полетать и вернуться обратно. Так, ребят, давай, я говорю, что предыдущий раунд будет крайним, но я просто хочу уже попробовать, мне прям стало интересно. Так, ну что, Андрей Старший, сейчас будем пробовать тогда, получается, взлетать, как говорится. Так. Да. Опа, оп! Ну что, залетай! Внутрь вот сюда как-то ко мне потом залезешь, в общем, как ты до этого залезал, только мы с тобой вдвоем будем сейчас сидеть. Так, хорошо. У нас, правда, я не знаю, как эту крышку, которую я открыла, обратно задвинуть. Ну ладно. Сейчас я залезу. Не, давай, ко мне сюда. Дай ко мне сюда, залезай как-нибудь. Я сейчас попробую что-то здесь настроить. Ну, по крайней мере, попытаюсь. Так. Хорошо, получается, давай, залезай. И получается, ну тогда сверху. Стой, сейчас на красную кнопку нажму и посмотрим. Активирован рычаг. Какой рычаг? Так, ладно. Ну что, получается, нажимаем на кнопку, там что-то красное было. А, это, видимо, панели там какие-то включились. Да, это панели там, да, красные такие? Да, да. Ага, хорошо. И ну-ка попробую нажать, и что? Что это за звуки такие? Что это за звуки? Не знаешь? А! Чё за?
Андрей, оставь же, тут и летающая тарелка рванула! Зашибись. Нас инопланетяне точно забьют. Они нас точно теперь отрубят нам руки и ноги, и домой мы полетим, скорее всего, в конвертиках. По частям. Что-то реально пошло не по плану, ты понимаешь? Так понимаю. Да. Мы одну летающую тарелку угробили, ты, блин, убила инопланетяне, и еще мы их летающую тарелку взорвали. Да. Нам такой это по башке прилетит этот... Я предлагаю, нужно обыскать здесь что-нибудь еще интересное, полезное, чтобы... А я предлагаю, чтобы... знаешь, что делать? Смотри, повторяй за мной. Берешь, да, вот так вот? Да? Что-что? Ну, смотри, повторяй за мной. Берешь вот так вот, да? И такой... Да. Инопланетяне, не трогайте меня. Хотя вы на меня уже не достанетесь. Еще раз, в общем, инопланетяне, я ухожу от вас. Вот и все. Вот и сказочки конец. Не сработало, я на станции появился только что, понимаешь? Вот, сейчас, так, ладно, не надо. Ладно, ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Андрей, а также... Андрей Старший, пока, ребята. Да, ребята, и всем покулики, до свидулики! Да, и сейчас я на секунду. Ты дурачок, что ли? А мне нравится. Что такое агрессивный сегодня? Да не знаю, просто хорошее настроение. Ну, хорошо. Так, ладно, давай я сейчас в магазинчик зайду быстренько, что-то куплю под конец ролика. У меня 50 монет! Не можно выходить уже? Да не-не-не, ты посиди тут. Сейчас. Хорошо. Сейчас ты это, я куплю оружие, которым тебя буду побеждать очень часто. Лучше наша штурмовая винтовка. Ёлки-палки. Ну, куплю вот это. Че уж тут я опять винтовку сейчас куплю себе. Винтовка. Ёлки-палки. Андрей, Саша, что ты там говорил? Это будешь меня побеждать уже скоро, да? Ты получаешь скилл, да, большой? Это... Что ты делаешь? Мне тоже можно пострелять? Не, просто я тебе показываю, сколько это сильное оружие. Постреляй по мне. Вот такое, да? А теперь смотри, посмотри, я буду. Все. Так, нечестно. Так, ладно, все, ребята, это не считается, если что. Все, всем огромное, в общем, спасибо за просмотр. С вами был я, Андрей, а также Андрей Старший. Ну, в общем, всем покульки, до свидульки. А то мы тут заигрались.